Дорогие друзья, добрый вечер вам всем. Jameson Empire Awards в прямом эфире телеканала «Дождь». Друзья мои, снять за 60 секунд называется наш конкурс. 239 фильмов прислали в этом году народные умельцы, да? Мы приехали из славного города Екатеринбурга. Здравствуйте, я из Минска, а он из Москвы. Мы из Санкт-Петербурга. Ролик, пародия на фильм «Инсепшн» Кристофера Нолана. Да, извиняюсь, мы, получается, накаркали вот в Шарм-эль-Шейхе, акула съела там несколько людей, но мы не виноваты. В этом году конкурсанты с прекрасным чувством юмора. Мы уже собрали вещи в Лондон. Победа не имеет значения, имеет значение участие здесь. Душа моя, отними, пожалуйста, стакан у маэстро, ему потом нальют еще один. Мне кажется, не все достаточно пьют Джеймсон. Я единственный человек, до которого сегодня спонсор Джеймсон не добрался. Конечно, все уже, лед один остался. Так, Джеймсон. И теперь у нас операторская номинация. Но так появилось, что на всех киноцеремониях и фестивалях она такая какая-то самая скромная. Ну кто такие операторы, да? Кто их знает, в конце концов? Приз за лучшую операторскую работу вручает актер Леонид Барац. Вообще, большинство фильмов, которые сейчас выходят, лучше бы выходили именно в формате 60 секунд. 60 секунд – это вечность. Вы знаете, это целая жизнь. 60 секунд – это самое то, что нужно для настоящего кино. Номинация «Лучшая операторская работа». Название ролика – «Инсепшн». Имя победителя – Петр Лисовский. Привет! Hello! Как дела? Do you drink? Да. Нам очень нравятся эти фильмы. Сочный такой, как персик. Все эти сопли размазывания нам не нужны. Любишь – люби, не любишь – убивай. Приятно, что наш помощник Сергей Стилавин иногда дает нам слово. Девочки, вы можете говорить просто в эфире телеканал Jameson. Да черт знает, проблемы были. Видите, не было денег на боевых роботов, пришлось использовать. За 60 секунд я, например, не успевал снять фильм. За 60 секунд можно признаться в любви, можно развестись, можно... За 60 секунд можно... пробежать 100 метров. Вообще, надо сказать, что за 60 секунд, конечно, можно только снять штаны. Ух! Вот, Сережа, вам стыдно, что вы третий раз здесь уже, а? Мы хотим, чтобы все выиграли сразу, да, одновременно. Я желаю всем проиграть, потому что мы победим. Ура! Молодцы! Молодцы! Друзья, читайте Empire, пейте Jameson, смотрите кино и снимайте кино. Кровопийцы просто задолбали, и мы пытались вот «Сумерки» обыграть в данном ключе. Ура, товарищи, да! But somebody told me you had a boyfriend.